А знаете ли вы, что бывают картинки, полезные для вашего зрения? Стереограммы помогают сохранить остроту зрения, укрепляют глазные мышцы. Чтобы увидеть спрятанное объемное изображение, нужно сфокусировать взгляд на воображаемой точке за картинкой. То есть, рассматривая эти картинки, которые мы вам далее покажем в этом видео, вы тренируете мышцы глаз и укрепляете свое зрение. Если у вас нет опыта рассматривания стереограмм, то это может оказаться довольно трудной задачей. У некоторых людей есть предрасположенность к расфокусировке, и им удается очень скоро увидеть объемное изображение. Итак, далее представлены картинки, стереограммы, которые вы посмотрите, но для начала, когда появится следующая картинка, нажмите на паузу это видео и посмотрите на картинку. Если у вас не получается ничего увидеть, смотрите следующую. Их картинок далее много. Если за первый раз у вас ничего не получится, не расстраивайтесь, не переживайте, отложите до следующего дня или до следующей недели, когда у вас будет время. Но чем чаще вы будете это делать, тем лучше будет для ваших глаз, для вашей мышцы глаз, и вы помните о том, что такие стереограммы укрепляют ваше зрение. Итак, приступим. С вами был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Мы готовим для вас следующее видео. До новых встреч!